Всем привет, дорогие мои друзья, и мы продолжаем проходить с вами Shadow Fight 2. Магазин улучшено, да? Значит, у меня все. И лучшие войны в этом сезоне. Сезон закончился. Но я в эту сотню не вхожу, это однозначно. Я нахожусь аж на 78 месте. И получаю два ключа. И мои первоначальные ключи восстановились до плюс 5. Это хорошо, ребята. Ну что же, давайте посмотрим, что у нас на карте творится. Выживание, так. Ну давайте попробуем заработать маленько денег себе. Так, ниндзя. Давайте попробуем накумарить ее. Так, она у меня с Сайми, у меня дубинки. Понеслась. Так, Сайя опасна, надо держаться на расстоянии. Вот так, ах ты, смотри, что делать. Ну ладно. Не пол... Ага, что ты вытворяешь? Ох ты, ух ты, ух ты, ты, тихо, тихо, родная моя. Да посмотрите, как ей фартит. Так, нет, не прокатывает, ребята. Что-то получила? Так, тихо, тихо, тихонько. Так, мне ее надо подловить, ребята. Надо подловить, вот так. Вот это замечательно. Сейчас было просто великолепно. Иди сюда. Так, тихо. Блин, хотел же встать в блок, но не вышло, ребята. Не вы... О, все, все. Сайя она потеряла свои. И, ну хорош, начинается, а. Так, тихо, еще у меня в рукопашку не хватало завалить. Нет, как бы не так. Ну что, это был только первый раунд. У нас еще второй. Приступим. Так, понеслась. Тихо, не тут-то было. А-тя-тя-тя. Твои тут кульбиты не помогут тебе, родная. Вот, отдохни-ка уж маленько. Так, надо ее... О, нет, выпрыгнула все-таки. Я думал, ее зажму, но не тут-то было. Ах ты, из-под тишка прям. Хорошо, сейчас-то не попала Сай. Так, давайте-ка подловим ее, ребята. Вот так. Не прокатило немножко, но... Тем не менее, все-таки я ее накумарил маленько. Так, успокойся, родная. Хорош прыгать-то уже здесь. Собака, что творит? На... Все, раздухарилась, короче, я смотрю, эта девица у нас. Пора с ней завязывать, по-моему. Да какого лешего ты промахнулся-то? Давайте, ребята, на удар, буквально на ударчик ей осталось жить. Я бы, как сказал бы, раньше на пол затяжки. Да ну, завязывай уже, нельзя ее пропускать вплотную, все, отдохни. Ладно, 600 монет наших, как с куста. Даже, наверное, побольше получаем, да? 628. Ну что же, это хорошо. Дуэль у нас закрыта. Турнир. Ну что, у нас остался, ребята, только лишь один воин в турнире. И это у нас изверг. Да, давайте пробовать кумарить его, а потом пойдем на рысь. Так, у него мечи, это плохо, ребята. Мне не нравятся вот эти вот ножи мои. Честно скажу, дурацкие они. И связка у нее дурацкая. Ну-ка, ну вот о чем я и говорил. Пока он тут замахнется... О, хотя бы сейчас подловил, замечательно. Ух ты, ух ты, вот эта связочка прошла. Все, мечи он потерял. Я думаю, что он не жилец, хотя они в рукопашку неплохо дерутся. Да, вот, ну. Че делать, псина, а? Да хорош. Вот так вот, и еще удар. Все, готов. Готов огурец, уводите, уносите его на носилках. Так, раунд 2. Так, ну здесь он, наверное, раздухарится сейчас. Так что, ага, я так и думал, что он будет делать связку свою. Тихо, тихо. Вот зажал меня гаденыш. Надо отсюда выбираться. Тихо, тихонько, тихонько. Теперь моя очередь. Опа, вот так вот. Нормально его приголубил, да? Ребят, вам понравилось? Мне так лично очень. Тихо, тихонько. Ах, думал я... Нет, нет, ну как подсечка могла проскочить? Отвали от меня. Ух ты, ядрить его на корень, что он творит? Так, надо, вот так, подловить его надо было. Все, ребята, изверг повержен. И на слуху. Это новая ачивка получили, да? И получаю 1236 монет. Как раз мне надо будет проапать немножко свои шмотки. Так что, замечательно. Так, а здесь у нас на выживание 640 минимум. Так, давайте глянем, что у нас тут за ачивка. Ага, это значит... Ну, получаем кристаллик. Какой кристаллик? Монетку. Кристаллик. Хотя, может быть, это и кристаллик, черт его знает. Ну что ж, давайте глянем, что здесь у меня. Так, закрытый шлем. И кожаная куртка. Ну, в любом случае придется апать, ребята. В любом случае, потому что больше у меня ничего нету и не дается. Кинжалы.
тоже сделаем получше, потому что у нас все-таки будет бой с рысью. Ну, а на этот, к сожалению, у меня не хватает. Поэтому давайте, наверное, пойдем с вами на выживание, да? Да. И немножко попробуем заработать здесь денег. Так, ниндзя. Ну, в принципе, первые это у нас лопухи. Поэтому будет все, я думаю, без проблем. Вон, тем более, Саи потерял свои, все, Готовченко, короче. А нет, еще живет. Но это недолго ему осталось. Ах, ты смотри, как хитро. Молодец. Но долго он тут не попрыгал у меня. Так, первый готов. Ну, я как говорил вам, где-то с пятого уровня начинаются более-менее мощные ребята. А пока это все шелуха. Классно, я его подловил. Тихо, тихо. Не буянь мне здесь. Надо еще разочку подрезать надо. Вот, не прокатило. Прыгай, прыгай. Вот так, вот, молодец. Отдохни чуток. И давайте мне следующего. Третий раунд. Так, этот вообще без оружия, да? Значит, хитрым будешь. Ну, я думаю, я хитрее. Ах ты, черт. Тихо, тихо, успокойся. Нормуль. Нормуль, я его задел. Давай. Все, вот так вот. Будешь у меня лежать постоянно. Гаденыш, выпрыгнул. Ах ты, что вытворяет, а, своими подсечками. На-ка. Блин, да ладно тебе. Ты мне еще тут броски будешь... Слушай, что-то ты тут, парень, вообще уже, смотрю, совесть-то потерял, а? Да дай мне звездануть. Промазал. О, еще, ребята, ударчик. Блин, мимо. Начинается подсечка. Ну что ж, подсечка ему... Нет, его с локотка я урыл. Так что переходим на четвертый раунд. И кто у нас здесь с мечом? Так, ну, у него дальняя атака, поэтому подходить близко не стоит. Так, ну пол хп уже снял, так, лови. Отлично, тихо. Главное не попасть по... Вот, связку, связку, чтоб он сделал. А дальше, как вы видели, я его просто прихоркал. Пятый раунд, вот с этого раунда уже начинаются более-менее серьезные противники. Так что придется немножечко тут попыхтеть. Отлично. Тихо, не... Ох ты, гад, подловил меня, когда я раскрылся. Так, не надо стоять рядышком. Пускай он делает первый удар. Вот, так. Ай, ты. Это, вот, за это и поплатился. На, блин, не достал еще. Вот, валяйся. Подсрачника получил своего, как говорится, заслуженного. Все, Готовченко. Шестой раунд за нами, ребята. Так что сейчас приступим. Ну и кто у нас здесь будет? Так, с ножами. Такой же, как и я практически, да? Ладно. Ух, неплохо. Связочка, когда проходит, просто замечательно. Все, ах ты, я хотел сказать, что все, иди на покой. Но не тут-то было, хорош. Вот, все, теперь лежи. И раунд седьмой. Слушайте, ребята, а может быть я пройду всю все выживание до 10 уровня? Было бы, конечно, очень хорошо. Тихо, успокойся. Вот Саи это самое, да-да-да, самое плохое. Ух, все, ребята, на удар, буквально на удар. Так, отлично. И добиваем ее, добиваем. Увозите ее от меня подальше, с глаз долой. Восьмой раунд, осталось два раунда, ребята, два раунда. Мечи, это плохо. Я так и думал, что он с этого начнет. Но не тут-то было, ребята. Я уже тертый калач. Ах ты, ты. Ну, ай, видели, миллиметры от горла. Так, успокойся, все, лежит. И последний раунд, ребята. Точнее, предпоследний, сейчас будет девятый. А потом десятый. Так, вот этот парень мне не нравится. Я вам сразу скажу. Самый опасный здесь для меня воин. Со своей дурацкой комбинацией. Вот этим, когда он бьет. Но пока я его... Ё-моё, как он так умудрился меня сбить в воздухе-то? Все, допрыгался с сальтушки. Тихо, вот. Вот, вот об этом я говорил. Главное держаться в блоке, когда он начинает свою вот эту связку. Смотри-ка, распрыгался здесь кузнечик мне. Иди сюда. Тихо. А теперь моя очередь. Блин, сбил меня ногой, а? Ёлки ты палки, ребята, вот здесь вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, плачевно для меня очень сильно. А ты. Хорошо, успел блок сработать. Самая большая моя ошибка — спешка. Так. А теперь мой. Вот так вот.
Ну, хотелось бы, конечно, мне затащить 10-й раунд, чтобы получить полную сумму максимально. Блин, дубинки. Как я ненавижу дубинки, а? Тихо. На-ка, выпусти. Блин, промазал. Точнее, он в блок встал. Так, теперь мой... А, не-не-не, вот теперь я. Черт тебя подери, а. Блин, да какой хитрый, я гад. Он наугад, точнее, наперед знает, что я сейчас буду делать. Такое впечатление складывается. Куда? Вплотную не подходи ко мне, блин. Я знаю, ты там любишь бросочки делать. На. Ах ты, маразматик хренов. Ну-ка. Да как же мне тебя добить-то, а? Есть. И еще. Вот там вот полежи немножко. Великолепно, ребята. Главное сейчас не продинамить. Не продинамить какой-нибудь нелепый удар. Иначе будут кранты. Вот типа такого сейчас вот. Нет, опасно, опасно. Ну, да ну, давай. Ай, ты. Все, ребят, тут или он, или я. Я все-таки, ребятушки, я. Отлично, прошли полностью мы с вами турнир этот. И я получаю полную сумму. Так, кинжал улучшенный и куртка у меня улучшена. Что же, у нас остается, ребята, только рысь. Фух, с богом, может быть. Подождите, может быть, мы сможем сейчас что-нибудь еще улучшить? У меня 1000 монет. Шлем. Тут не хватает у меня. Ну, на ножи тоже. Только шлем и остается. Но это будет 2 минуты, ребята. 2 минуты будет он улучшаться. А что нам за это время пока сделать, а? Ну, ничего, давайте просто подождем, наверное, да? Ну что, шлем мой изготовился. Теперь можно идти, я думаю, и на рысь. Как говорится, проучить его и показать, кто здесь на самом деле хозяин. Ну что, ребята, вы готовы? Я так лично готов. И я принимаю вызов этой рыси. Что он здесь нам запоет? Будет что-нибудь говорить, нет? Ничего. Тогда понеслась, ребятушки. Фух, была не была. Так, что ты у нас? Ага, с когтями. Отлично. Тихо, тихонько, тихонько. Блин, да я еще даже не могу удар нанести. Черт подери, он первый меня атаковал. Ладно. Так, смотрите, здесь у нас 3 раунда будет. Ладно. Пока вроде бы иду неплохо. Половину хп почти снес. Не махай мне здесь своими клешнями. На-ка! О, великолепно, я подловил его. Главное не расслабляться, ребята. Все, он практически готов. Практически. Тихо, не прыгай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Плохо, плохо, ребята. Вот что он вытворяет. Вот это было с моей стороны очень изумительно, что я его подловил в полете. Тихо, тихо, не буянь. Главное не пропустить удар. Как, что там за бомба еще у него? Ох ты, ё-моё, это что такое? Да завязывай, как он так быстро? Так, ребята, все, удар остался, один удар, есть. Есть, первый раунд за мной. И это красота. Слушайте, а что это он там за бомбу выпуливал? Я не врубился. Какая-то тайная магия, что ли? Понеслась. Тихо ты со своими подсечками. На-ка, выкуси. Ни шиша не прокатило, ребята. Он стоял в блоке. А это еще что такое? Так, что это такое? Не понял, невидимка что ли стал? И как... Здорово просто. И как я должен его тут найти? Ух ты, я вообще даже бросок сделал. Так, ну что, пол хп... Вот это вот ничего. Да хорош звездочками-то своими тут пулять. У меня такого оружия нету. Да он меня сейчас просто расстреляет, ребята, издалека. На. Еще разок. Ах ты, мимо. Допрыгался кузнечик. Ай-яй-яй-яй-яй. Прям под звездочку попал. Да успокойся уже, ну в самом деле. Не, ну так нечестно. Он мало того, что он становится невидимкой. Он еще тут... Да, еще и бомбу пуляет. Ну и как тут, извините меня, играть? Где честность? По-моему, ее здесь нету. Ее давным-давно забыли. Ладно, пробуем. Тихо! Отлично. Хорошо, я рядом стоял. Мимо звездочка пролетела. Ага, вот так звездочка проходит. Шквал ударов. Это с моей стороны. На-ка. Зажал его. Выпрыгнул все-таки сопляк. Так, опять начинает свою фигню. Блин. И бомбу еще кинул. Ну, ребят, если честно сказать, еще и невидимкой стал. А почему он не выходит из... Да хорош. Ух ты, сейчас бы он мне пригрел бы.
Если бы я не сделал бы тот очередной красивый удар. На! И есть, ребята! Я его вздрючил. Я надеюсь... А, у нас еще раунд. Ёлки ты палки. Понятно. Значит, мне в этом раунде нужно победить. Тихо. Успокойся нафиг. Своими подсечками, блин, и звездочками. Я даже не могу его, ребята, нормально ударить. Так, невидимкой стал, да? Невидимка. Где он тут у нас? Ага. Сзади где-то. Так, отлично, подловил я его. Блин, не проходит, не проходит у меня в полной мере моя связочка, ребята. Но здесь я его подловил все-таки, чуть-чуть подловил. Так, прыгунчик ты сраный, а. Тихо. О, кульбитик. Блин, ребят, по-моему, я тут проиграл. Хотя... Ой-ой-ой-ой-ой, плачевно все, ребята, плачевно. Зачем? Невидимка опять стал. Так, мне бы его поймать, подловить, подловить бы хорошенечко. Тут надо махать... Во все стороны оружием, чтобы он только ничего не сделал мне. Есть! Так, ловим, ребята, ловим. Есть! А, нет, нифига, еще удар надо будет. Ой-ой-ой-ой-ой. И сейчас добьет, да? Нет, мимо. Ну-ка, есть! Ху-ху, красота, ребята, красота. Укрощение строптивого. Я получаю анчивку. И что я за него имею? Сколько? 18 монеточек мне всего дали. Не может быть, весь орден во всем своем величии находится в твоих руках, а тебе нужна всего лишь печать. Ну да. Будь по-твоему, забирай свою безделушку и убирайся, но помни, тебе это с рук не сойдет. Таинственная синяя печать, полученная от рыси в жестком бою. А вот и первая печать, ты молодец, тень, нам осталось найти еще 5, не будем медлить, пора отправляться в путь. Мой ученик пропал, я волнуюсь за него. Он ушел в соседний город в одну из новых школ боевых искусств, и с тех пор я ничего о нем не слышал. Я всегда мечтала о приключениях, это так захватывающе, чего же мы ждем, скорее в путь. Ух, и мы с вами переходим, ребята, отшельник. Акт 2, тайный путь. Замечательно, меня это радует, ребята. Этот город славился школами боевых искусств, но сейчас он лежит в руинах. Что могло вызвать такие разрушения? Даже не знаю, сенсей. Надо найти кого-нибудь, кто объяснит нам, что здесь произошло. Может быть, тот юноша сможет нам помочь. Какой еще там юноша? Ты поведай нам, что здесь происходит. Уверен, что вы тоже участвуете в состязании, которое устроил отшельник. Так вот, знаете, выиграть у вас не получится. Это говорит нам дракон. С какого только перепуга он это взял, я не знаю. Так, доступен метательное оружие в магазине. Неплохо, ты получил новый уровень. Спасибо, сенсей. Участие в рейдах может улучшить ваши боевые навыки. Перейти. Теперь можно купить больше монет за ту же цену. Нет, спасибо, этого я не хочу делать. Телохранители, невозможно, елки-палки. Чтобы открыть этот бой, пройди 12 стадий турнира. Зашибись. А тут победи 2 телохранителей, это чтобы в дуэль сыграть. Замечательно просто. Даже в турнире написано невозможно. Ну, а здесь я могу заработать деньги. Давайте-ка, ребята, попробуем. 3220 максимальная цена. И кто нас ждет? Ага, ниндзя с мечами, ладно. Так, успокойся, родная. Поехали. Ух ты. Вот это было подлинненько с твоей стороны. Ага. Тихо. Так, надо ее добивать, ребята. Но не так-то тут все просто. Я смотрю, здесь уже довольно-таки хитрые враги. Вот так, отдохни маленечко. Так, и еще разок. Ух ты, у меня, оказывается, получилось, ребята, добивание, да? 2 раза бросочек, и все, и она готова. Так, раунд 2. Кто у нас на этот раз? С ножами. Ладно, тихо. Опа-на. Жаль, не попал второй удар мой, но... Отлично, сбил я его. Так, если будет подходить близко, надо будет бросать его. Ух, почикал, как со сумка. Так, раунд 3. Так, а здесь кто у нас? Ага, еще с какими-то... С крисами. Ага, ясненько, давайте его. Крис — это довольно опасное орудие, ребята, в свое время. Оно как шило поражало внутренние органы, не вызывая огромного кровотечения. Поэтому... Тихо, тихо, тихо. Поэтому оно считалось опасным. Так, отлично. Да хорош, ты что-то вытворяешь-то.
Смотри, какой он шустрый, а? Все-таки. Тихо, ну вот это вот несправедливо, ребята. Кстати, да, метательное оружие. Надо будет зайти в магазин и глянуть, что там у нас за метательное оружие открылось. Так, нет? Нет еще пока, вот. Так, подловил я его, молодец. Молодец, тень. Все круто сделано, все круто, мы сработали. Четвертый раунд. Я думаю, что... Ага, так вот, значит, с мечом. Я думаю, что здесь начнется... Ё-моё. С пятого раунда вообще жесть. Так, и отнимается уже на порядок меньше хп у них от моих мечей, точнее ножей. Да успокойся ты, ё-моё. Он меня, наверное, сейчас ухоркает, ребята. И только лишь... Да, и только лишь благодаря своим поганым звездочкам. Ой-ой-ой-ой, как он меня разрубил. Просто как тушку. Ну ладно, сколько я получу? О, 690, ну уже более-менее приемлемые суммы пошли. Да, это я понял, что участие в рейдах перейти. Ух ты, а это что такое? А, ну это вулкан, понятно. Так, и что мы, ребята, с вами будем тут делать? Наверное, все-таки пойдем на вулкана сходим, почему бы и нет. Собирать пускай рейд. Так, в бой. Нет, я тут покупать ничего не буду. Просто будем драться. Ребята, сразу скажу, это жесткий, просто жесткий враг. Но это только лишь первый из врагов. Тихо. Так, сферы я никаких не покупал, поэтому буду драться чисто своими силами. Хотя это очень плохо. Минимальный урон, как говорится. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, что он вытворяет? Я не могу ничего сделать, ребята, ничего. И очень мало отнял у него щита. Это еще даже не основные его жизни сейчас идут, а щит. И он состоит из 15, по-моему, да? Так. Да, еще 14 щитов. Тихо, отлично. Ой-ой-ой, все, это хана, ребята. Вот когда он делает эту магию, от нее просто невозможно убежать. Даже хоть ты в блоке, хоть ты там что делай, все равно она тебя сгорает, сжигает. Ладно, давайте подождем мы 30 там секунд и опять войдем в бой. Но пока я стою на первом месте, это временно, ребята, это временно. И я боюсь, даже мы не получим этого сундучка, никто из нас не получит, потому что, смотрите, никто не стал покупать сферы на усиление атаки. Соответственно, я нанес 80 урона всего лишь, кто-то 76, 54 и 49. Этого очень и очень мало. Тут нужно как минимум по 1000 бить, чтобы легко его пройти и, естественно, заработать в конце сундучок. Ладно, поехали, ребята. Будем бить сколько сможем по истечению времени. Но уже у него 13 щитов. Все-таки один щит ему сняли еще, помимо меня, когда я там сидел и ждал восстановления. Так, ой-ой-ой-ой. Нет, он очень жесткий, ребята. Я боюсь, что... не получится. Ну вот это вот... Все, опять он свой огонь запустил. Тут даже нечего и говорить, ребята. Огонь — это просто финиш. И я всего нанес 19 урона. Естественно, это ничтожно мало. Слушайте, а я вообще хоть с кем-нибудь тут дерусь? А? А, нет, дерусь, да. Вон, Real Best уже 124 урона нанес. Это хорошо. Так, а нам с вами ждать надо было минуту. Уже 42 секунды осталось. Щит все еще снимает. У него 1237 осталось из 1700. Вот вы представляете, да, сколько мне его придется еще бомбить. Ну и, соответственно, моим ребятам. Хотя Хит уже нанес 186 урона. Real B 124, я 99, а Стар вообще 54. Этого очень мало, такими темпами мы его не убьем. И время истечет, а время, как вы видите, 2 минуты 21 секунда дается нам на то, чтобы мы убили этого вулкана и получили, соответственно, свой приз и всякие там плюшки, ключи и так далее и тому подобное. Поехали. Мой выход, ребята. Что тут у нас? Так, понеслась. Ну, я думаю, сейчас... Ага, уже 11 щитов. Но все равно это очень много, ребята, очень много. Не сможем мы вовремя уложиться во времени. Плюс еще, видите, минимальная атака. И какая у него? Небо и земля просто-напросто. Не зря его звать Вулкан. Ай-яй-яй, подловил он меня все-таки. Но тем не менее... Ох ты, ё-моё, сейчас он мне пропишет, ребята. Щей, и я буду валяться.
Так, ну там один ударчик у меня все-таки прокатил. Очень даже неплохой был. Ух ты, Real Best там минус 58. Я ему еще бросочек делаю. Хит соточку отнял с него. Вау. Все. Нет, ребят, только за счет огня он выкручивается. Если бы не этот огонь, я бы еще с ним, конечно, бы подрался. Итого я наношу 79 урона. Что, опять же, еще раз повторюсь, ничтожно мало. И ждать нам... Точнее, не ждать, а осталось с ним драться буквально минуточку. Одну минутку, и у него 1000 хп. То бишь, вы теперь представьте, что получается, мы за вот это вот время, что дрались, а мы дрались, наверное, где-то минут 3, мы сняли всего 700 хп с него. И то это были щиты. Соответственно, остается еще 1000. И за 44 секунды нам просто никак этого не сделать. Если бы, конечно, кто-то не купит сферы. Я лично покупать их не хочу, потому что это тратить надо кристаллы, а их у меня нету. Понеслась. Так, ну что же, давай. Ага, классно это прописал. 9 щитов у него еще, ребята, 9. Никак не прокатит это все дело. Жаль, печаль, конечно, обидно. Но еще раз вам скажу, ребята, что, ох ты, шикарно, шикарно прошло. Так, тихо. Еще раз вам скажу, что, конечно, когда будет мощнее оружие и броня, конечно, это все дело будет намного проще. А пока мы в этом нуба-шмоте ходим, ничего, это все, ребята. Кончилось у нас время. 112 я нанес в этом раунде урона. И, соответственно, мы ничего не получаем. Естественно, соберите сет монаха. Конечно, как же без этого? Ну, я не знаю, можно, в принципе, было бы еще, наверное, сходить, но не будем. Так, и мы тут получили что? Тут у нас две анчивочки. И надо удар какой-нибудь изучить. Пробивание шлем. Слушайте, я, наверное, возьму все-таки... наверное, яростный, да? Получить после успешного удара. Да, пускай будет яростный. Мне кажется, от него больше эффекта. Теперь получим медальки эти свои. Таинственная синяя печать, полученная от рыси в жестоком бою. А что дает синяя печать, я ума не приложу. Никаких этих статов нет на ней. Шлем викинга, 20 медалей. А что, за деньги не... Ага, вот, за деньги. Вот этот я могу купить себе. Закрытый шлем, это на мне сейчас. Шишак, 330. А где у меня деньги-то показывают? Я еще не вижу денег-то. Так, ладно, раздают, значит, могу купить. Естественно, я буду покупать его. И что у нас здесь остается? У нас остаются броня и оружие. Шлем викинга, конечно, хорош, но... Так, метательные кинжалы, ребята, елки-палки, самые первые, и то за кристаллы даются. А у меня их нету, поэтому я остаюсь без метательного оружия. Ну и сундук кристаллов, естественно, я покупать не буду. Хотя обалденный соблазн. Но, извините меня, деньги тратить я не хочу. К тому же их у меня пока и нету. Так, нет, я не буду смотреть там ничего у тебя. Один кристалл за видео, толку никакого нету. Так, что тут у нас? Нет, ну отсюда, я думаю, ребята, будем выходить, естественно. Что-нибудь открылось, нет? Так, вот, вот здесь вот. Не туда я вообще смотрел. 12 стадий турнира. Ну что, может быть, пойдем на выживание, еще немножко подеремся. Тут 6 стадий турнира. И тут невозможно до сих пор. А телохранить тоже невозможно. Может быть, хотя бы глянуть, а? Представляете, да? Зашел, глянул там на телохранителя первого, невозможно. Так, мне даже на броню что-то не хватает? Точно, ребята, даже на броню не хватает. Так, а по статам у нас получается... Да понятно, что я могу заработать. Нет, надо, наверное, идти все-таки на выживание и немножко заработать денег, потому что 460 золотых, это, конечно, вообще никуда не годится. Так что давайте попробуем. Так, подожди, не то, не то. Выживание. Чем дальше мы пройдем, естественно, тем больше мы получим денег. А, соответственно, так, хорош, дядя, с дубинками. Это даже не дубинки уже, это что-то... Я бы даже сказал, полицейские дубинки. Так, отлично, пока откуривает он у нас. Хорош! Ух ты, смотри, разбуянится, да?
Я вам говорю, мне не нравятся эти ножи, которые на мне сейчас. Очень плохое оружие. Поэтому дерусь как получается. Как получится, точнее. Да, еще, конечно же, бросок очередной. На-ка. Сдох? Сдох, ребята, он сдох. Поэтому мы переходим с вами на второй раунд. И кто у нас здесь? Ага, с наунчаками. Ладно. Кстати, с наунчаками не так уж и много, ребята, врагов у нас. Точнее, у меня было. Да, завязываю уже звездочку тут свои пулять. Ну что, я пол хп у него снял все-таки с этой связочки. Поэтому... А-тя-тя, нет, прокатило. Ух ты, я с удара его повалил. Вот это шикарно. Третий раунд у нас. С ножами, с мечами точнее. Это плохо. Так, начинает прыгать. Сейчас будет пулять звездочки, так и есть. Не тут-то было, сынок. Вот отдохни маленечко и подумай над тем, что ты делаешь. Так, тихо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Черт тебя подери, кританул. Блин, еще и... Ну это, конечно, понятно, когда я на земле лежу. Ой, у меня оружие, ребята, выбил. Все. Это, я боюсь, проигрыш мой будет. Хотя, не факт. Ё-моё. На-ка. Ну, сделай удар. Ну что ты, тень, творишь? Так, главное не профукать. Сейчас звездочку пролегу. Нет. Ё-моё, ну удар-то сделай, ну. Есть. Есть. Хоть на один раунд, но все-таки выше. А это, соответственно, и копеечка побольше. Ну, здесь, конечно, меня уже уроют. Это с крисами. Все, тут уже мало хп. На-ка. Ух ты. Так, тихо. Нет, нет, ребята, здесь я не затащил, к сожалению. Ну, сами видели, мало очень жизни было. И тем не менее, я получаю 708 золотых. А это значит, что я могу себе купить какую-никакую, но броньку. Так, если не ошибаюсь, она стоила, ага, 560, а у меня 1168. Ну, здесь все за кристаллы, поэтому придется брать. Так, и что у нас? Ага, у нас еще остается оружие, да, по идее? Ну, из оружия что? Да, какие же тут классные сюрикенчики, ребята. И цена на них очень классная. Да, таких денег мне пока не заработать. Так, что тут у нас? Что у нас по оружию? Так, это... Ага, вот это я могу купить, ребята. Полумесяцы. А стоят они вообще того, а? 136 к атаке. Давайте возьмем. Эх, жаль, жаль, конечно, что даже не хватает денег хотя бы на одно улучшение. Ё-моё, какие тут прелести дальше идут. Обалдеть, крюки разорителя. Ну что же, давайте попробуем еще разок. Мне бы хотя бы, ребята, на один апчик заработать, и пойдет дело. Так. Ой-ой-ой, что-то эти полумесяцы какие-то... Хотя... Урон-то у них, будь здоров. Практически с трех ударов я завалил оппонента. Так, давайте посмотрим, как у нас пойдет дело с мечами. Так, опа. Слушайте, по-моему... По-моему, очень даже неплохо бьют. Опачки, отдохни. Так, да... Нет, не добил, вот теперь добил. По-моему, довольно неплохой дамаг эти полумесяцы наносят. А если их еще и проапать, я думаю, вообще будет шикарно. Ну, пока будем смотреть. Так, промах... Ах ты, смотри, что сделал, связочку и ногой мне в подбородочек. Однако, промахнулся. Надо ловить его, ловить. Елки-палки, у него такая же связка, как у Сай. Тоже на вылет. С одной стороны это хорошо, с другой стороны... Тихо, с одной стороны это плохо. Так, ловим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, промахнулись мы, конечно. Нет, все-таки с этими звездочками, что они стреляют, у них, конечно, есть преимущество на дальней дистанции. У меня их, к сожалению, нету. И купить я их не могу. Да угомонись уже. Тихо. Ой-ой-ой. Блин, фигово, ребята, фигово дело. Сейчас меня расстреляет просто издалека. Точно, пуляет очередную. Надо ловить, надо... Ёлки, здесь получается как? Воу-воу-воу, ничего себе он комбинацию-то выполнил. Все, добил он меня, добивает сейчас. Стопудняк. Ну, хотел сказать, ну я не сдаюсь, блин. Ладно, хорошо, 440 я заработал. И этого мне, ребята, в принципе, должно хватить хотя бы на один апгрейдик. На какой-нибудь маленький. Так что будем продолжать. Так, давай. Попрыгун. Блин, да что такое? Они все начинают... С мечей, ой, со звездочек, кстати. На-ка, лежи. Мне бы еще бы такую сумму заработать. И, в принципе, было бы хорошо. Но
думаю, что у меня не получится. Так, так. На-ка, отлично. Первый готов. Так, мы остановились там с вами на третьем игроке, да, на третьем раунде. Ну, я думаю, здесь хотя бы до пятого я должен дойти. Ну, по крайней мере, должен постараться. Тихо. Ё-моё, скридер. Я так и думал, что он сделает именно эту связку. Ты чё творишь, блин, урюк? А? Начинается, блин, метание этих звездочек. О, прокатило все-таки. И довольно неплохо. Да ладно тебе, уж хорош тут мне борьбой заниматься. Да что ж такое, во. Прям в табло ему зарядил. Так, подлавливает меня гаденыш. Тихо, да ну. Тут уже, ребята, не получилось мне даже присесть. Хотел вернуться. Ё-моё, все, расписал, по-моему, да? Или нет? Нет, не расписал, я его расписал. Ладушки, и мы продолжаем, ребята. Третий раунд. Так, с ножами. Ну, с ножами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да хорош, завязывай уже, что-то ты больно рьяно начал, парнёк. На-ка, выкуси теперь моего удара. Подловил я его, хотел он прыгануть, а? Кузнечик. Главное не раскрываться, блин, тут он когда... когда он бьет... Да что такое? Все, да? Сейчас он меня уроет, ребята. Когда он прыгает, видите, он... Все, считай, я готовченко. Считай, уязвим просто ко всем атакам. Ну что, может быть, прокатит все-таки? И я его... Нет, звездочка! Точнее, там ножом пульнул в меня. Да он урюк, потому что... Ну и сколько зарабатываю я? 435, конечно, не так много, но тем не менее должно хватить уже. Ага, 1043. Так, где мои костюмчики? Сейчас попробуем мы с вами что-нибудь улучшить. Ну, оружие я купить не смогу, это однозначно. А вот курточку прапать вполне могу. Это замечательно. Ну что ж, ребята, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы увидимся с вами в следующих сериях. Немножко надо будет раскачаться для этого. А на этом все. Всем пока, удачи и до новых скорых встреч, ребята.